Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Сегодня у нас такой прекрасный ужин. У нас сегодня сырный цыпленок, пицца, у нас картошка фри, у нас два стартера грибных и у нас додстер. Вот так монстр. Который, кстати, я выиграла. Додстер монстр. В инстаграме. Один додстер. Спрашивайте, почему один? Да потому что я один выиграла. Потому что это халява. Конечно, можно. Также мы пьем морс. Такая пицца. Бруснично. Клубнично. Дети, не проливайте кружку. Попробуйте. Такой вот стартер. Внутри. Он с грибочками, кстати. Ой, вкусно. Мы будем впервые сегодня стартер. И морсом. Морсом. Запей, не жуя. Вкусно. Ну дай мне эту половину-то. На, разрежь. Не, мне уже ничего не надо. Но так, я сегодня хочу пиццу попробовать. Я думаю, что ты эту половинку отдашь, стартера. На. Уже не хочу. Я поближе, вдруг захочешь. Нет, уже вообще никогда не захочу. Я хочу крышечку. А вдруг Павлик захочет? Такая пицца вкусная. Ну, кстати, давно так сырный цыпленок не ели. Угу. Вот пицца. Паша, знаешь что, я морс весь разлила, который был у нас, на четверых. А ты два раза откусил, уже половину кружки выпил. Скажу вам честно, то что это мой любимый соус сырный на пиццу. Я помню, какая же была пицца тоже с твоим любимым соусом? Песто. Так какой все-таки любимый-то твой соус? А он еще любимый. Сырный. Понятно. Ну, я могу хоть весь, хоть миллион пачек вот на пиццу. Ой. Что, как-то ты криво камеру сегодня поставил? У нас как-то еда сбоку. Нормально. Что как-то... Как обычно. А почему камера туда смотрит? Ну что, как морсик? Вкусно вам? Очень, только мало. Вот целый кувшин. Самый большой кувшин, который у нас есть. Вот это вот? И весь полный был. Вот разлила. Я бы столько лыжек спил. Я тоже. Завтра еще сварю такой же. Я его 60 тысяч. На. Это, Паша, так курица завтра в садик. Знаешь, курица в садик. Даже только с гимнастики пришла. Паша недавно пришел в брейк-данса. Ну, недавно. Пока мы ждали Дашу, Паша уже, когда я приду, Даша с Пашей, папой, есть хочу. Мы еще машину в гараж ставили, пешком шли до нашего дома. Вот раньше мы когда жили на Дикопольцево, да, там было далековато. Далековато. Когда жили на Парижской коммуне, так вообще было далековато. Угу. Сейчас поближе. Очень далеко. А сейчас, можно сказать, вообще рядом. Ну вы долго шли все равно. Ну что, за я воду убирал там. Я же когда за воду ездил, что там. А, ну папа все медленно делает там. Тихо-тихо, не спеша. Вот там таким же шагом медленным шли домой. Я ну быстро шли. Даже за папой не успевал. Скажи, с клубникой вкусный морс, да, получается? Ну-ка, да, да. Очень. Пойдем. Уже мы пиццу запили его морсом. Очень вкусно. А есть еще пицца, называется двойной цыпленок. Двойной? Там нету сыра, там просто больше цыпленка, ну и также сыром все это дело засыпано. А что? Но соуса а нет. А по цене такая же она? Ты то понравился. Дай кусочек. И как? А что, стартер не будешь пробовать? Грибной. Это только тесто? Да. Очень заметно. Кусочек в рот полетит. Паша не хочет. А это ваш додстер любимый. Давайте напополам вам. Хотите? Угу. Он очень вкусный, прям свеженький. Я разрежу. Ролика мы его съедим. Я разрежу. А там... Что? Это бездомная собака. Какая ты? Давай я буду убирать. Угу. Сама щедрость. Тут, смотрю, картошка не идет сегодня из печи. Дот старик. Почему у нас-то тут идет? Золотого края. Из печи? Можешь откусить дот старик? Не хочу. Ты знаешь, что они в печке пекают, да, картошку? Да, знаю. Травами.
Мне не нравится как-то. Божественно. Вкусно, да? Я хочу стартер. Что, как тебе? Откуси. Вкусный стартер. Я знаю, не хочу. Он такой начинистый. Чтобы грибочков много. Тут ничего нету, как обычно. А, ладно. А что ты ищешь? Ой, что? Не надо. Надо. Надо, 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 надо. Давай, трави детей. Надо, я себя отправлю. Эй, я так и не играю. Пол банки давай. Я лучше всю банку. Прикольно, кстати, вот этот. Это не для пиццы и не для тостеров, это для картошки. Все ясно? Слушай, вообще крутой. Да. Mm-hmm. Я сказал, что он вкусный. Крутой. Да, что во да, грибов да. Здесь? Попробуй, нажимай. Не, ну, не знаю даже, что выбрать. Додстер или стартер, и то вкусно очень. Ну. Мягкая лепешечка. Додстер мы как бы уже кушали. Нет, и не нет. Раз. Потому я выбираю стартер, он что-то новенькое. Mm-hmm. Надо туда. Да. Ну, вот ты оставляешь, посмотрите. Как арбуз надо доесть эту пиццу до самой корочки. Сейчас я это сорву. Ну, тут вкусно. Полетит в ротик. С другой стороны разве, не? С другой, где резано, вот с этой. Вот это вкуснотень сегодня, да? Детки. Додстер шикарный. А может быть, пицца, дети шикарный. Не хотят вот этот, может вот этот стартер пополам съедим? Как ты думаешь? Дети, вы не будете стартер грибной? Только откусить. Старт? Ну ты будешь штучку с грибами? Мне кажется, все-таки грибы лучше нам с тобой. Ну у них пицца, грибы? Да, додстер, мне кажется, нет. Хвалит им. И картошка фри. Конечно, еще и картошка. С кетчупом. Кстати, мне в инстаграме в последнее время везет. Я, знаете, еще на выходных выиграла сертификат на 1500 в этом магазине Автоазия, там, который, не знаю, что там делают. Прикольно. Ремонт. Короче, автосервис, короче. Автосервис, да. Ну вот, поедем забирать на неделю. Может быть, что-нибудь там найти. Надо сертификат там приобретем. Мне надо линьки поменять. Но я думал это сделать весной. Не сейчас. Возможно, я и воспользуюсь этим сертификатом. А это поменять сколько стоит? Не знаю. Ну, как это... Вообще, я всю жизнь их сам менял. Mm-hmm. Там менять их как бы не очень. Ну, воспользуешься. А тут может быть халява. Было всего 3 места. Первое место 1500 сертификат, второе 1000, а третье 500 рублей. Я первое место снял. Не усилит. И в этот же день я выиграл. О, Лёшка. Ты везунчик. Там было больше 1000 участников. Что-то 30 додстеров разыгрывалось. Изю. Ты слышишь меня? Да. Что я выиграла? Да я знаю. Ты мне это все рассказывала. Я не говорила, сколько участников. Сказала, что ты первое место выиграла среди всех участников. А сколько участников, я не говорила. Я слышал, была цифра много. 1000. Нет, там конкретно мама не называла сколько. Говорила, что много. Ты же будешь морсик? Я говорю, еще сварю. У нас сейчас ягоды много, клюквы много, брусники да, много. Надо варить. Можно варить, прям варить. Вот это, кстати, замороженная, она не очень. Нет, клубника нормально с ним морс получается. А вот с морса, да. Вот так надо правильно делать. Вот я бы картошку бы одну купила у них. Я потому что знаю, что вот картошка, она так себе, вообще сама по себе. Нифига себе. О, почти все. Бери вот этот маленький, куда тебе такой огромный? Кому? Они еще разные? А, ну да, этот поменьше чуть-чуть. Типа, давай вдалеку тоже вот, марсапит. Давай, я с тобой тоже поделюсь. Спасибо. Ну целый кувшин, сколько он литров? Больше литра. По-моему, полтора. Или 1,2. Вы сейчас спросите, что почему такое? Так мало? Ну вот с утра попили, Паша с Лёшей попил. И а вот я бабушка раз... была. Да. Ну вот и нету кувшинчика. Да? Мама, дерзай. Это что-то я уже, это что, кто не доел? Паша. Не будете? Это Паша. Не будешь? Это я завтра.
А, завтра? Завтра уже его не будет. Запасы делать завтра. Нечестно. Какой молодец, а? Правильно, запасы делать. Я ничего не с травой. А уже вот трава. Даже на ногу упала. Паша цыпленок на ноге. Отцепи, отцепи, Даша. А почему тут Даша? Мелкий кабан. Ну, цыпленок вообще-то. На руки тебя. Кусай. У меня сыр. Ой, мама. Мама отрезала. Отрезала так мощно. Да ешь. Мощно. Я смотрю, я не против так-то. Особо не возмущаешься. Я не понял, где мой доктор? Где мой доктор? Он ушел на до завтра. Завтра сказал, вернется. Он ушел на завтра. Он захлопнул дверь. А он где? Он ушел. Он ушел и захлопнул дверь. Где мой Достер? Он ушел и забил дверь. Достер пошел, сказал, я, поскольку сегодня меня никто есть не будет, я вернусь завтра. И он ушел. Он за твою дверку. Что, он слышал? Дверь захлопнулась, и Достер ушел. Он сказал и попросил меня не беспокоить. Ближайшие две минуты. По крайней мере, до завтра точно. Да, Даша? Короче, я так наелась уже, прям объелась. Я тоже. Сквиш. Папа, сочится? Я реагирую на пиццу, которая мне очень нравится внутри. Обалденно. Не, просто я выбираю Додстер, чем тостер. Ой. С него прям льется вообще. Стартер Додстер. Все-таки Додстер, там курочка, там помидорчики, там. А здесь что, просто грибы. Грибы в тесте. Там как-то поинтереснее вкус, да? А я сюда не придумала. Грибы, соус. Пользуйтесь, это вам лайфхак. Если вы любите картошку фри и пиццу, хотите есть это одновременно. Да. Лайфхак. А, кстати, такие пиццы продаются с картошкой фри сверху. Да, ты чё? Да, по-моему, даже детские у них там сейчас пиццы появились. А, которые вот такие с ушками, там не видел? Мини-мишки появились. Да, и там, по-моему, картошка фри лежит. И там игрушка в подарок дается. Да ты что? Которую ты закинешь в корзину. Да ты что? О, посмотри, солнце. Мини-мишки. Мини-мишки. Папа заберет кусочек? Нет, папа уже не заберет. У меня есть трава. Еще сверху траву насыпят. Посыпав зе-баба. Самая лучшая пицца в мире. Которую придумала Даша. С травами полезными. Да, с травушкой, муравушкой. Вон опять доктор закрылся. Травушка, муравушка. Мама открыла дверь. Ты не собака, отдай обратно. Паша, ты что не наелся? Корки сидит, доедает. Стоит. Паша, еще пицца есть. Оф-оф. Вот, бери. Что-то чувствую, вот мы не справимся с одним кусочком пиццы и несколькими картофелями. Нет. Это бабушки. Да не бойтесь, я его съем. Бабушки оставим. Когда? Бабушки даже придет. Не беспокойся. Нет, давайте бабушки оставим. Да. Бабушка к нам придет. Такие щедрые кусочек пиццы оставим. И это бабушки тоже. Да. Сама щедрость. Так, Павлик. Ну-ка, хватит. Вот дай бабушке. Даш, не смейся за столом. Нельзя смеяться. Подавишься, любит. Кусочек, а ты мой. Это мой милый кусочек. Твой милый. Пашечка, помой ротик, пожалуйста. С мальцом. А ротик помоешь, хорошо? Да. Ой, все, как хорошо. И ручки помой, и личико помой. Вот это я понимаю. Мать скачивает уже. Семейный ужин. Иди в ванну. Ну что, сегодня было так очень вкусно. Все, пока. Ну что, дорогие наши друзья, всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки и за ваши комментарии, другие ваши. Всем а мы с вами прощаемся, но в 3 скоро увидимся. Пока. Пока-пока.